Всем привет! На сей раз мы находимся в столовой «Вкусняшка». Она в самом центре Пицунды. Вот здесь вот очень красивая обстановка вокруг, несколько беседок в цветнике. Давай. На каждом Давай. Столе по меню, что радует. И в столовой много народу. Значит, людям нравится, как здесь готовят. Мы здесь первый раз. Здесь разносят блюда, то есть не самообслуживание, не самое дешевое столовое. Вот это вот блюдо называется от шеф-повара. Курица, грибы, горошек, кукуруза и в соусе это все. Я попробовала уже, довольно вкусно. И вот это вот сырники. Сырники, они стоят, сколько они, помню, 100 рублей? А, 90 рублей. 90 рублей они стоят. Не как домашние, но довольно приятные на вкус. Во всяком случае, сладкие. Картошка фри, но обычная картошка. Вот мы заказали. Тоже цену я почему-то не запомнила. 100 рублей стоит. Здесь можно бывать. Приятно себя почувствовать в цветнике, в красивой обстановке. Но опять же минус, что не очень дешево. Мы встречали, вот даже тоже кафе «Соломон», оно дешевле. И супы дешевле, и некоторые блюда дешевле. Ну, почти все блюда дешевле. Так, еще что вам рассказать? Еще я вам расскажу, если сравнить кафе и столовые «Сандрипша» и кафе и столовые «Пицунды», то, конечно же, выигрывают кафе и столовые «Сандрипша». Особенно «Оазис» и кафе, которое называется «На берегу моря». На нем написано на зонтиках, ну, я уже там рекламировала в том году, «Балтика» или «Туборг», пиво они рекламируют. Но так вкусно там готовят, и цены там гораздо дешевле. Но так как мы находимся в Пицунде, то приходится искать здесь что-то приличное и по цене подходящее. Все, спасибо.